Девочки, всем привет! Доброе утро! Комментарий сегодня прочитала от Танюшки Бармичевой. Она меня увидела, не накрашенный. Говорит, Таня, я думала, у тебя это перманентные стрелки. Я вот действительно сейчас вспоминаю, что действительно меня часто спрашивают про макияж, что где я такие стрелки набиваю, про брови частенько спрашивают, там подскажите мастеру, у кого вы брови делаете. Вот, а у меня на самом деле все накрашено, то есть я сама крашусь. Ну и сейчас вот решила на камеру сделать макияж. Вот я умытая сейчас. Ничего, никаких кремов не наношу. Я сама крашусь. В принципе, у меня уже столько лет так выработалось. Я вообще минут 5 не хватает, чтобы накраситься вот и до. Первым я средством вот такое вот наношу. Это CC-крем. Он такой жиденький, мне нравится. Мне девочка одна несколько лет назад подсказала. Вот. До этого я пользовалась кремом Балет. Ну, это всем известный с советских времен крем. Вот. А потом что-то его то ли не стало, то ли что ли. Мне вот девочка одна подсказала, что вот попробуй, возьми вот такой CC-крем. Это же у меня не первая баночка. Я использую оттенок ванильный, по-моему, 01 ванила, да. Он у меня уже заканчивается, уже через дозатор не поступает, поэтому я как экономная, так скажем, хозяйка, выбрасывать я его еще пока не хочу. Еще мне рано его выбрасывать. Я вот так вот его остаточки все домазываю. Прям и по месту буду распределять. Ну, уже тоже надо новый покупать. Последний раз я брала на Валберисе. Там была какая-то скидка. Сейчас скажу, даже так он стоит что-то 1000 с чем-то. Вот. А на Валберисе я что-то рублей за 700 его это взяла. Вот. Так что он у меня иногда, там, когда заканчивается, я уже в корзину бросаю. И смотрю, когда скидка на него будет, на этот крем. Вообще на эту фирму. Но я пользуюсь только вот CC-кремом. Ну, так хаотично вот намажу. И буду размазывать. Прям руками я никакими спонжиками не пользуюсь. У меня дочка на меня ругается. Говорит, мама, ты неправильно красишься. Надо там какой-то спонжик. Надо его... Что-то то ли он влажный, чтобы был, то ли еще что-то. В общем, я в это особо не вникаю. Я говорю, дочь, я уже привыкла, как это, всю жизнь я так крашусь. С 12 лет руками. И я говорю, не собираюсь. Говорю, мне уже не переделать себя. Раз-раз-раз намазала, и все, и вперед. Вот. Этот кремушек, он такой жиденький. Он так хорошо увлажняет кожу. Вообще, как бы после него-то вроде и не надо другим кремом мазаться. Вот. Ну, мне нравится, чтобы покрытие было более такое плотное, поплотнее, чтобы был более ровный тон лица. Поэтому я вот вторым наношу вот Люкс Визаж. Вот такой вот крем. Очень мне нравится. У него текстура такая хорошая. Он сразу перекрывает все неровности. Вот так на ручку выдавила и пошла. Вот где-то даже если, ну, у меня там какие-то недостатки видно, кожа там под глазами, там морщинки вот эти. Я прям вот так вот пальчиком раз-раз-раз-раз-раз. Самое долгое, мне кажется, это нанесение крема, как я крем наношу. Все, остальное потом быстренько. И так же вот я его прям... Сейчас мне, наверное, столько хейтеров будет. Сейчас понапишут мне, что я там неправильно делаю все. Вот. Ну, девчонки, как говорится, мне долго некогда сидеть, рисовать лицо. Я вообще быстро как бы привожу себя в порядок. Вот. Самое главное, вот его ровненько весь нанести. По всей поверхности. Как в этот раз разговаривали тоже с Жанной. Она видео мое посмотрела. Тоже без макияжа. И говорит, ну, первый раз я увидела не накрашена. Тоже говорит, боже мой. Говорит, у тебя ни глаз, говорит, ни рта. Говорит, ты вообще, говорит, прям это, белая-белая. Вот, как стена. Я говорю, иногда это... Как-то мы с мужем тоже смеялись.
Это. Я ему так сказала, говорю, я говорю, как это, как моль. А, он нет, он мне как-то сказал, ой, увидел меня, говорит, иди сходи накрасься, что ты это, не накрашенная сегодня. Я говорю, что, как моль? Он засмеялся, вот и это. Вот она тоже так же, у нее такие же впечатления были, когда увидела меня. Что-то мне не нравится, солнышко какое-то прям засвечивает видео сбоку. Вроде бы камеру протерла от всяких этих, от пылюки, чтобы крема не было. У меня крем потом всегда на камере. Так, все. Все, готово. Готово. Так, дальше я буду делать, рисовать себе красивые бровки. Вот таким карандашиком. Как куда показать-то вот карандашик? Простой. Для рисования карандаш. То есть никакой там не этот... Ну, ни в косметичке, нигде я не была. У меня есть вот для бровей вот такой вот карандаш. Ну, я им не пользуюсь. Как бы. Это вроде как стрелочки какие-то подвести, еще что-то, но я им не пользуюсь. Мне вот все-таки нравятся простые карандашики. Такие вот, как они, не химические, как они, для, ну, для рисования обыкновенные. Я вот дочери из набора под это подтырила. Карандаши там, я уж не помню, там для школы или еще садишные, это у меня. Вот его уже много лет пользуюсь ими. Их хватает надолго и очень удобно. Вообще я брови подкрашиваю краской. Вот, но уже, вот у меня сейчас уже краска немножко это. Уже ее нужно это. По новой уже подкрашивать их. Брови у меня свои светлые, белые. Ну, как белый, блондинка же я, светленький. И прям, когда они у меня не накрашены, прям вообще, как у альбиноса смотрится. В общем, поэтому я их все время... И мне даже смысла перманент какой-то нет делать, потому что кожу-то они мне, да, они мне кожу-то забьют, а волоски-то у меня сами по себе это, светленькие. Поэтому смысла я не вижу в перманенте. Так, вот немножко контур я этим карандашиком подкрашиваю. Все, где-то неровно, тороплюсь, наверное. Немножко вот здесь что-то не хватает цвета. Вот, дальше я сейчас румяна сделаю. Кисточка у меня. Я с собой румяна никогда не ношу, у меня всегда дома. Катюшка у меня новую упаковку забрала, и у меня вот здесь старая. У меня почему-то все время все вот эти крышки ломаются у всяких этих, у пудры, у румян. И она у меня вот здесь стоит, так вот я раз открою, взяла на это. Тик-тик-тик-тик. Все, и готово, и другую также. Новую не хочу покупать. Что я купила, у меня Катерина утащила. Думаю, ладно, буду пользоваться, пока это все равно я ее с собой никуда не ношу. Она у меня вот так стоит в этом ящичке. Об себя не могу открыть. Вот, румяна у меня готова. Так, теперь что? Та же самая история, короче, с пудрой. Пудра тоже у меня, вот так, сейчас я, что-то на меня закрывается, не дает мне открыть нормально. О, какая. Иллюжин. Пудра Иллюжин. Ну, вот она тоже отвалилась у меня уже. Вот пудру надо купить, по-хорошему новую надо взять. У меня что-то, я все доехать не могу до магазина. Все что-то мимо, мимо у меня никак дорога что-то там не лежит. Мимо магазина, который мне нравится. Все. Быстренько. Раз, раз, раз. Готово. Даже вот на камере у меня почти румяна-то не видать. Так, поехали дальше. Тени, 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 тени. Вообще у меня, по-моему, какие-то, не знаю даже, юни какие-то, юни лук. Это я брала, как он, Галамарт. Там вот эта вот линейка юни лук. Всякие там и подводки, и карандаши, и все вот этой фирмы продается. В общем, самым светлым оттенком я делаю. 10 на половину века. Прям быстренько, быстренько разговариваю. Еще немножко у меня уже отбиваюсь от графика с макияжем. Со своим. И все. И вот можно я бывает такой делаю оттенок, бывает такой делаю, бывает темненьким подкрашиваю. Ну, вторую половину века. Тоже так вот раз-раз-раз-раз. Прям не заморачиваюсь. Никаких тут я не вывожу. Ничего.
немножко есть. Вот уже глазки преображаются. Но надо, конечно, мне подводку. Вот не без подводки вообще никак. Я прям... А, что я начала-то рассказывать про Жанну-то, она мне говорит. Вот девочка у них тоже там, говорит, на работе раньше была. Тоже, говорит, всегда, говорит, красилась, красилась. Потом, говорит, мы ее это... В баню как-то пошли, говорит, там на работе. Увидели без макияжа, говорит, аж не узнали. Вот это история про меня. Что меня без макияжа не узнаешь. Так, ну вот это моя косметичка, что я с собой ношу. Вот. Это я всегда с собой ношу. Тоже карандашик для бровей, карандаш для губ, помада, тушь и подводка. Ну, еще у меня, это, когда пудра была целая, не разбитая, я пудру с собой носила. Так. В общем, у меня получается подводка 0,1. Мне кажется, это почему-то у меня на языке крутится Vivian Sabo. Вот она уже у меня тут вот все эти стерлись. Тоже скоро придется новую покупать. Так, ну вот что мне как примастриться-то, чтобы меня и видно было. Ну, стараюсь не моргать. Раз, раз, раз. Готово. Я как по старинке, это на язычок. Помните, кто девчонки постарше раньше у нас, у мам у наших были, да и у кого-то, такие эти, тушь в коробочках плевательная, с плевалкой. Тоже ее все время поплюешь на язык и рисуешь. Вот у меня, видно, это тоже такое, поплевать, нарисовать. Все. Один глаз готов. Сейчас второй нарисую. Самое главное не моргнуть, чтобы не размазать ничего. Так, это что? У меня видео уже 13 минут. Еще я, бывает, параллельно плойку ставлю. Надо, чтобы одинаково были глаза-то накрашены. Стрелочку немножко надо уже сделать. Ладно, близко. Вот. Намазала лишнего. Отпечатывается на нижней веке. Все, и тушь. А тушь у меня вообще тоже самая простая какая-то. Чикаго. Я прихожу в магазин, там девчонкам говорю, мне что-нибудь дайте для объема. И там какие есть. Бывает, что попадаются туши, которые у меня уже были. Бывает, что какую-то новую приходится брать, если нет наличия тем, чем я уже пользовалась, так скажем. Вот. Сейчас один слой сделаю тушем. Потом можно это подсушить. Когда подсохнет, еще можно слой сделать. Раньше я еще завивала реснички, а сейчас уже не хочу. Так, по-моему, нормально смотрится. Ресницы я тоже не наращиваю. Все свое, все натуральное. Пару раз пробовала. У меня потом аллергия на глазах началась. В общем, я по 2 дня с красными глазами ходила, они у меня. И слезы, и, в общем, короче, я не стала наращивать. От клея. Аллергия на клей началась. И мне, если так надо, то я это, ну, куда-то на мероприятие. Такие одноразовые наклею себе. Они быстро клеятся. И, в принципе, 3 дня можно с ними ходить. Я бывает, что с макияжем хожу на 2 дня. Накрашусь, а потом 2 дня хожу. Каждый день не крашусь. У меня девчонки все время смеялись в институте, когда учились. Они мне все время это... Я с вечера накрашусь, я спать ложусь. Они мне... Ты что, а как ты завтра пойдешь, там опять краситься надо? Я говорю, ничего подобного. Нормально стану, накрашенная. И пойду. Вот. Ну все, осталось мне только губы нарисовать. Карандашик тоже какой-то. Такой у меня уже он
Пиндрик какой-то остался. Тут вообще непонятный обгрызок. Уже раз, отвора. Сейчас на Аже. Сережки одену, и красотка. Я чуть ли не, чуть выше, вот верхняя у меня губа такая тоненькая. Я вот так вот чуть повыше рисую. Как сейчас модно показывают. Мне как будто накачанные, как будто губы. Делаю себе накачанные губы. Я не сторонница накачанных губ. Когда девчонки качают, мне не нравится. Мне кажется, это так в глаза бросается сильно. И некрасиво смотрится. Некрасиво. Мне не нравится. Я как-то муж спросил, ты бы не хотела себе накачать губы? Я такая, думаю, ты что? Вообще, ты ничего, говорю, не попутал? Это... Ну, короче, он говорит, я пошутил. Просто, говорит, все качают. Мне интересно было твое мнение. Ну вот, все, все прекрасно. Все, день начинается. Сейчас вот волосы, что-нибудь или эту пальмочку соберу. Тоже как Алексей говорит, сделай пальмочку. Или распущу, еще не решила. Вот вся моя косметичка. Вот такая вот, малюсенькая, малюсенькая. Места мало занимает. Сумочки. И вот и я стала красоткой. Кошечку. Иду забирать из подъезда. Пошли домой. Домой пойдешь? Это? Кс-кс-кс. Ася, пойдем домой. Пойдем домой. Это? Присела, тебе там тепло, да? Там трубы проходят от отопления. Пошли домой. Давай, 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 давай. Чапай домой. Беги. Иди домой. Иди. Иди домой. Не хочет домой идти. Дерется с тобой. Иди домой. Иди домой, говорю. Иди. Иди, 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 иди домой. Пригрелась в подъезде. Ты посмотри-ка, что, а? Домой не загонишь. Тебя что там, в подъезде кормят вкусно, что ли, или что? Ты что там сидишь постоянно, а? Рассказывай мне. Ты что постоянно там сидишь? А? Асенька. Ася. Вот мы домой идти не хотим. То на подоконнике сидим, то около теплушки этой. Кисуня моя. Решила привести в порядок одежду. Я ее недавно постирала. И нужно ее теперь отпарить. Наливаю воду дистиллированную в отпариватель. Воду мы покупаем в магазине автозапчастей. Я люблю пользоваться отпаривателем, нежели утюгом. Так получается меньше заломов. И гораздо быстрее привести одежду в порядок. Режим на отпаривателе я как практически всегда выставляю самый большой, самый сильный, чтобы было больше пара и быстрее все отпарилось. У меня сегодня две легкие рубашки. Это мои рубашки, красная и черная. Они хэбэшки, очень мне нравится в них летом ходить. Под рубашки я, как правило, еще одеваю топик какой-нибудь белый или черный, и рубашки сами ношу на распашку. Недавно мы приехали с отдыха, а я их постирала, и вот теперь нужно их погладить и убрать в шкаф. Зимой я их практически не ношу, то есть такой легкий вариант летний. Есть у меня еще вот там пиджачок розовый, тоже его сейчас буду гладить. Он тоже у меня более такой летний вариант. То есть тоже я его в зиму одевать уже не буду. Поглажу и уберу уже до следующего года.
Люблю вот все-таки я такую яркую одежду. Розовую, голубую. В общем, летом всегда я ярко одета. И осталось погладить зеленое платье. Оно такое из вельвета, тепленькое. Ношу я его всегда в зимний период. Девочки, видеоотчет делаю. Когда обрабатывала это растение с этим салатаром. Вот 2 дня прошло. Кого? Да, 2 дня прошло. Сейчас покажу. Смотрите, какая. Вот они вроде бы сидят, но они все вот уже все сухие. Сухие, то есть они даже не шевелятся. В общем, все помогло. В общем, это я прям очень рада. Вот еще бы они обсыпались, чтобы вообще чистенькие стояли растения. Ну, а так визуально, конечно, уже видно, что они прям сухие эти стали. Тля прям сухая стала уже, не это. Не шевелится, нет, не это, не передвигается там. И даже вот ее на пальчик берешь, она прям как сухарик. Чувствуется, что она там, жизни-то в ней нету. В общем, способ рабочий. Пользуйтесь. Вот у кого есть такая проблема, пользуйтесь. Приехали в магазин «Мир дверей» по Космонавту. Тут у нас самый большой выбор дверей. Надо посмотреть, маме помочь сделать выбор с дверями, с дверьми, как это сказать правильно. В общем, они сейчас ремонт делают. Окна поменяли все, балкон. Теперь хотят двери поменять в квартире. Пойдем сейчас с Алексеем посмотрим. Приехали в «Мир дверей». Мама делает ремонт у себя в квартире. Двери собираются менять. Вот попросила нас, чтобы мы ей помогли. Что-то какие-то выбрать двери. Вот с Алексеем вот эти понравились, светленькие. С вертикальной полосочкой. Они, кстати, недорогие, 5600. Всего 5600. Светлые. Леш, пооткрывай вот так вот это туда-сюда, поводи, я поснимаю. Рыжие, вот я не хочу, уже надоели все рыжие, да? Ну, пооткрывай, какие есть. Я просто поснимаю, как они на это на видео будут смотреться. Вот светленькая. Нет, убирай. Вот такая тоже светленькая, да? Какое-то что-то, да, вот такое, не серое, а какое-то больше к сосне, да, цвет хочется. Это рыжий, нет, не хочу рыжий. Так, а где мы еще видели? А там вот что перед этими вот дверями? Ну-ка, вон те, вон, давай посмотрим, которые вот там, это первые самые. Тоже светленький кинь, подоставай, посмотрим, какие варианты. Ну, вот эти на наши, да, похоже? Только они со светлыми какими-то вставками. Серые мама не хочет. Ну, это тоже, мне кажется, какой-то слишком простой вариант, да? О, темные, темные, нет, темные, нет. Уже больше хит продаж. Ну что-то прям не хочется ничего желтизной под бетон с фрезой. Я ей показывала, как это Ольги, какие двери вот такие же, да, по-моему, у них Ольги. Вот они, кстати, смотрятся здесь не очень, а в квартире они вообще классно смотрятся, да? Мне вот нравится. Ну, как-то тут вот как-то мрачно, а вот в квартире они вообще стоят классные, у них цвет такой прям необычный. А? Ну, понятно. Или вот такие Оли. Вот это тоже классно, смотри, какой вариант, да? Тоже интересный.
Я бы сейчас, вот, если вернуть назад, я бы, вот, может, вот такие бы взяла бы. С вот этой, с вертикальной черной вставкой. Йорк. В квартире они прям отлично смотрятся. Ну, мама такое не хочет. Она как увидала такие, она аж напугалась. Она говорит, о, ты что? Нет, нет, нет. Такие нет. Вот эти тоже простенькие, да? Такие вот ненавязчивые, да? Тоже, в принципе, можно было. Потому что возрастающая идет цена. Ну, а да. Пошли туда, уже да бог, бог с ними, лишь бы что-нибудь понравилось. Угу. Вот это мне нравится. Смотри, какая классная, да? Она тоже такое не захочет. Прямо оно такое как-то приятное, да? Его на ощупь даже трогаешь, оно приятное. Вот это темноватый, да? Ну-ка, подоставай еще. Тоже, кстати, хорошо смотрится вообще. Так дорого-богато, да? Вот эти двери со стеклом. Куда пойти? Нет, я тоже здесь. Хорошо. Но эти нет, эти мне не нравятся. А тебе какие, Леша, понравились больше? Который первый, да, вот этот с вертикальной темной вставкой? Да? Да. Мне вот тоже как-то они больше приглянулись. Ну, это что-то уже для более такого дорогого ремонта, да, не для бюджетного. Там самые такие простенькие. Еще раз их достать, посмотреть, как они. Так, вот это. А какие ручки, Леша, ты думаешь, что лучше? Эти черные или какие-нибудь вон блестящие? Как они тебе? В эксплуатации вроде черные тоже неплохо, да? У нас же стоят вроде это. Хорошо. Смотрит, какие ручки есть. Тебе какой вариант больше нравится? Так, там тоже, да? А? На этой стороне нравится? Покажи, только что они не черные. Тысяча. Тысяча это только ручка. Угу. Отдельно к ней вот эти вот закрывашечки. Защёлка, завёртка, всё отдельно. Всё отдельно. А, ну вот они внизу. Чёрненько, да? А вот это что за ручки? Что-то цен даже на них нету. Ну, то с тобой в Челябинске что-то на рубли 400, да, наверное, брали наши-то. А мне кажется, что-то какая цена. 400 облагораживания наличника. У вас только идет установка двери или... Старый снимают. Ага, угу. Сколько сейчас по времени ждать? Ну, если вот заказывать. Вот такие, например, вот эти двери. Если в наличии двери есть челябинские, то где-то ориентировочно в течение недели на работе, но установка где-то тоже в течение полутора недели ждать. Запись. Ну, я... У вас там этот же, как его, парень-то, как его зовут? Ой, забыла. Кто нас устанавливал-то? Денис ли? Коля. Кто? А? Коля. Нет, не Коля.
Он же у вас один, да, мужчина работает? Мастеров-то? Ну. Там, ну, 5 человек. А то у нас один все в нашем доме работал. Это, ну, там, скорее всего, придется их на заказ, потому что там старый район, и там нестандартные двери, скорее всего. Ну, замерщика надо ждать. Ну, да. Ну, в общем, есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Ну, мы тоже с Алексеем посмотрели. В принципе, нам вот один вариант понравился. Такой не сильно броский для бюджетного ремонта. Да, Леш? Остальные-то что-то то сильно дорого-богато. То наоборот, уже вроде как из моды ходит. Они еще хотят этот, как сказать, линолеум поменять там. Тоже, в принципе, он там выбор большой, да? Но... Угу. Крути не хочу. А что у них цен нету на рейки найти? Какого размера? Ну, надо спросить. Дай-ка поближе поснимаю. Насад-то можно будет такими уж рейками делать. Тут они, видишь, а, они, получается, вроде как на планке, что ли, на какие-то крепятся, нет? Или это просто... Или это... А вот эти вот рейки у вас, они что, какую цену, что там, и какой размер у них, как они, по погонным метрам или как? Вот эта штучка на 15 сантиметров, 15 на 2,70. И по цене 1300 где-то штука. Угу. Ну, там, видишь, и широкие они, и поуже, и с наклоном, и вообще маленькие. Ну, в общем, что еще интересного тут? Покопаться, с той стороны сходить. Тоже надо же на саду что-то как-то отделывать будет, эти стены, да? Какими-нибудь рейками, планками. Ламинат, ламинат. У нас кварц-винил лежит. Классная вещь. Ни в какое сравнение с ламинатом не идет, да ведь? Я бы даже ни при каких условиях сейчас себе бы не положила ламинат. А у них же тоже кварц-винил-то есть? Да. Где-то. А, ну все. Ну как где он? Где-то? Ну, конечно. Везде. А, вот это все у нее, да? А, ну да, 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 да. Ну вот, вот это классная вещь. Угу. Это вот что? Тоже какая-то интересная, смотри. Тоже плитка ПВХ. Но она на клею, а она, получается, не в пазы вставляется в дужке, а просто как на... Как наклеишь. Ну все. Обзор сделали. Будем думать, что приобрести. Подумаем. В ближайшие дни будем заказывать.